Столкновение поездов в Пакистане. 11 человек погибли, 67 пострадали. Среди потерпевших более 10 детей. Все направлены в ближайшие больницы. Как сообщается, пассажирский состав двигался не по своему пути и на полном ходу влетел в стоящий товарный поезд. Другие обстоятельства происшествия не уточняются. Ранее в этой же пакистанской провинции Пенджаб произошло ДТП с участием рейсового автобуса, который унесло жизни 13 человек.